Раньше девушки мечтали о принце на белом коне. Времена меняются, желания остаются. Только белый конь уже не актуален. Его предпочитают заменить мерседесом, а еще лучше лимузином, который не обязательно покупать, можно просто взять на прокат. У нас в России принято считать лимузин свадебным автомобилем. Но, как выяснилось, лимузины в Екатеринбурге заказывают не только по случаю бракосочетания. Деловая поездка, встречи из роддома или просто шопинг на роскошном лимузине пользуются спросом у горожан. В Екатеринбурге несколько фирм, которые дают на прокат такие автомобили. Но только одна из них имеет в своем автопарке сразу 5 новеньких лимузинов разных марок. Mercedes, Chrysler и 3 Hammer. Все автомобили нового поколения, и в них есть все для комфортного и незабываемого отдыха. Количество перевозимых пассажиров колеблется от 9 до 27 посадочных мест. Также в ближайшее время мы планируем привезти новый лимузин, самый большой в России, не имеющих аналогов в мире. Это F650 «Мамонт» на 35 персон. В компании «Лимузины 5 звезд» знают, как любую поездку превратить в настоящий праздник. Самые современные и комфортабельные лимузины к вашим услугам на все случаи жизни. О стоимости и других условиях проката можно узнать по телефону 213-49-49.